Значит, ребят, всем привет. Вот у нас было видео на канале, где мы рассказывали о своей поездке дальней. И что у нас единственная проблема, которая у нас возникла после этой поездки, это проблема, так сказать, с седлом. Поэтому мы решили заказать сразу седло Brooks с Англии, с сайта. Вот они пришли. Можем сейчас распаковать. Опа, такая вот карабулечка. И вот что у нас встречает, такие красивая коробочка. Сделана в Англии. Made in England. Вот, ну вот долгожданная, так сказать, посылочка. Хотя как долгожданные, шли они очень быстро, пришли за 8 дней. За 10. За 10. За 10 дней. За 10 дней, вообще с Англии. Блин, вообще красота. Седла заказаны на сайте CRS. Можете посмотреть. Вот. Chain Reaction. Накладная. Yes. Все как положено. Красота. Вот они, значит, две желанные сидушечки. Вот можем открыть одну. Можем две открыть. И посмотреть, что нас тут ждет. Так, наверное, вот так надо. Mm. О, Brooks England. Такая вот блестящая лейба. Вот, это, значит, модель B17 стандарт Imperial. Да, вот выбирали сидушку с таким вот вырезом анатомическим. Ну, как бы для мужчины это должно быть полезно. Чтоб ничего не надавливало и не смущало. Вот. Что идет в комплекте? В комплекте, значит, идет сидушечка, ключ для регулировки, вот, я так понимаю, вот этого винта. То есть сидушка во время эксплуатации растягивается, и чтобы ее, так сказать, подтягивать по чуть-чуть, вот этот вот предусмотрен болт. Угу. Вот, также вот мы смотрим, что на обратной стороне чуть-чуть пруфида, то есть первая смазка. Ну, телячий жир. Да, чтобы... Чтобы сразу смазать... Кожу. Кожа любит уход, увлажнение, не только живая, но и мертвая. Вот. Насколько мы читали на сайтах, это кожа телячья с задней части, то есть приближена. То есть кожа задницы коровы, так сказать. Да, если быть проще. Такая вот красивая. Лейба. То есть сейчас сидушка достаточно твердая. Да, ее надо смачивать, чтобы она была эластичная. Да, сейчас она, конечно, как вот как бревно, можно сказать. Вот, на разрезах видно, что кожаная полностью. Да, такая толстая кожа. Клепочки, все сделано. Вот. Все ровно. Качественно. Заточено. Вот приятно держать такую вещь в руках. Кнопки не цепляются за клепки. То есть все гладко. За подлицо. Все качественно. Мощное, мощный стальной каркас. Вот тут. B17. Ну, ребята делают эти сидушки уже с 1966 года. Более 100 лет уже, как бы. По-моему, да? Или как они? С 1866. Я даже не знаю. Здесь вот написано 1912 год. На коробке. 1912, да? Непонятно. Гарантия 10 лет на нее идет. Вот гарантийное письмо. Да. Ну, они их делают на том же оборудовании, что и первая сидушка вышла с этого завода. Все делается вручную. Handmade. Ну, блин, ну очень качественно. Честно, приятная, значит, вещь. Испытывать мы их будем по весне. Как откроем сезон, уже, блин, даже не терпится, можно сказать, ощутить эту вещь. Но, как бы говорят вот в обзорах, что после 1000 километров приходит удобство. Ну, посмотрим. У всех по-разному. Может быть, у нас побыстрее придет. Ну, будет видно уже при эксплуатации. Потом сделаем еще обзор. Да, так что... Такая вот сидушка.
Ну, вот и пришла вторая сидушка, то есть это первая. Да, это первая. Ну, вторая абсолютно такая же. Вторая, сейчас так... мы на нее посмотрим. Оп. Так, она тут. Вот. Абсолютно такая. Абсолютно. То есть они, идентичны. Тоже. Ну, может быть, оттеночек какой-то. Да, где-то так, отличается. Также заклепки полностью гладкие. То есть сделано все на высшем уровне. Все качественно, все приятно. Здесь вот ушки для бардачка. Не знаю, насколько это актуально. Ну, или можно какую-нибудь сумку зацепить. Ну да. Все что угодно. Также все идет профит и гарантийное письмо. Абсолютно все. Идентично и качественно. Ну. Кстати, ключик такой хороший. Прямо из цельного такого куска металла, но видно выдавленный, то есть штампованный. Тоже надпись на нем Brooks. Made in England. Да, будет, наверное, ездить постоянно. Сумочки для ключей. Вот, ну, это... как мы ее смазываем, мы не будем это видео писать. Ну, может быть, по сезону. Может и получится смазать на видео, посмотрим, в общем. Ну все, значит, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Да, ну, следующий обзор этой сидушки будет, еще раз повторяю, весной. Когда у нас будет большая покатушка. Долгожданная. К сожалению, в нашем поясе зима. Да, приходится заниматься чем-то другим. Но там еще будет интересное видео, так сказать. Новая задумка, там тогда увидите. И тоже будем обзоры делать. Так что смотрите нас. Всем пока. Все, пока всем.